5 лабораторно подтвержденных, 16 на изоляции в санатории Юган. Под медицинским наблюдением более 3000 человек. За последние сутки прирост составил 600 граждан. Таковы данные Роспотребнадзора Югры по коронавирусу на 30 марта. Сейчас, сообщили ведомстве, эпидемиологи расследуют очаг, подозрительный на COVID-19 на Приобском месторождении. При этом полномасштабный комплекс противоэпидемиологических мероприятий проводят, не дожидаясь результатов анализов. На самоизоляции в округе сегодня сотни жителей. Большая часть приехала из-за границы. По словам руководителя управления Роспотребнадзора нашего города, контроль режима ведут специалисты поликлиник, ведомства и полиции. Сейчас сформировано 10 мобильных групп. Они ежедневно совершают поквартирный обход тех, кто прибыл в Россию из других стран или контактировал с коронавирусными больными. В регионе есть случаи нарушения требований самоизоляции. В Сургуте на данный момент таких фактов нет. Мобильные группы, посещая изолированного, могут как бы, ну, не найти его дома, в домашних условиях, в квартире или в месте его проживания. В случае обнаружения, скажем так, другими людьми, соседями, необходимо обратиться и сигнализировать в Роспотребнадзор.